Добрый день, меня зовут Леонид Машков. В следующей лекции мы поговорим об особенностях налоговых проверок сделок с иностранными контрагентами. Данные сделки характеризуются для российских налоговых агентов повышенной степенью риска, поскольку помимо штрафа за неисполнение обязанностей налогового агента, с них может быть взыскан сам налог и пени. Подробнее поговорим на лекции на видеоконсультанта.